К нам в редакцию обратились неравнодушные люди из Нефтеюганска. Они рассказали о маленькой югорчанке Ульяне Александровой. Девочке поставили неутешительный диагноз – спинально-мышечная атрофия. Напомню, в декабре прошлого года в нашем эфире уже был сюжет о ребенке с таким же диагнозом. Тогда в том числе и с помощью неравнодушных ямальцев деньги на покупку препарата для маленькой жительницы Югры собрать удалось. В этот раз ситуация с лечением осложняется задержкой возможной поставки препарата из-за эпидемической ситуации в стране и подскочившим курсом доллара. А времени на лечение остается все меньше. Подробности в сюжете. Знакомьтесь, Ульяна. Полуторагодовалая девочка очень любит танцевать, улыбаться и радоваться жизни. Беременность протекала нормально, рассказывает мама Лейсан. Все хорошо было и в первые полгода. Развивался ребенок нормально до полугода. Потом она что-то не садится самостоятельно. Посадишь, будут сидеть. Поставишь, будут стоять, как было. Врачи говорили, что это все нормально, дети развиваются по-разному. Я уж весь интернет тоже обшарила, тоже там и в 10 месяцев дети садятся, и в год там, что это нормально. Шли месяцы, ситуация не менялась, массаж и различные процедуры не помогли. Обошли много врачей, и в итоге маме и папе рекомендовали сдать анализ на генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия. И, к сожалению, в конце февраля он подтвердился. Спинально-мышечная атрофия второго типа. Она получается постепенно со временем, с каждым днем, месяцем и так далее и тому подобное, получается, атрофируются полностью мышцы. Последняя мышца — это сердце. То есть сначала ребенок не может самостоятельно сидеть, потом голову держать, дышать, глотать, кушать. И самая последняя мышца — это сердце. И после этого все. Чтобы один раз и навсегда решить проблему на генетическом уровне, нужен импортный препарат Золдженсма, который в итоге получила Юлиана из Югорска с таким же диагнозом. Альтернатива – несколько раз в год под наркозом ставить поддерживающие уколы отечественного производства, которые тоже очень дорогие, но в корне ситуацию не изменят. Легче его один раз поставить и не мучить ребенка, чтобы ребенок рос и радовался жизни, как и все дети. Чем мучить его каждый год, в 3 раза в год мучить его, ложить под наркоз, это все равно воздействует на организм ребенка. Ребенок все равно маленький, и я не хочу, чтобы у меня ребенок так мучился. Препарат, который за один раз поможет Ульяне, к сожалению, из-за ситуации с коронавирусом и ростом доллара, еще больше вырос в цене. Теперь он стоит не 150, а 187 миллионов рублей. И поставить его можно только до 2 лет, а Ульяне уже 1 год и 6 месяцев. Мама и папа девочки понимают, что у нефтеюганцев, югорчан и россиян сейчас непростое время, но именно сейчас эта помощь поможет ребенку спастись и жить. Юлия Шаркова, служба новостей «Импульс» при поддержке телерадиокомпании «Юганск».